Что ж, думаю, на этом варианте мы сойдемся. Я не стану наряжаться бананом. Но на это рассчитывают от тебя пони Эквестрии. Таков твой гражданский долг. Слушай, я ведь тоже иду на уступки. Согласно новому положению, наряжаться бананом тебе придется лишь в служебное время. Ему не место в плане бюджета, Луна. Ну а как еще мне тебя заставить нарядиться бананом? Ты не идешь на конструктивный диалог. Луна, у нас есть 2 недели, чтобы утвердить бюджет. Напрасно ты отказалась наряжаться, Селестия! Я Луна Пони! Луна Пони! Вот так, собственно, вся война и началась. Серьезно? Блин, я себе политику совсем по-другому представляла.